Нравятся мне два этих дома словацкие в пятом микрорайоне. Вон тот дом и вот этот. Сейчас я вам немножко его поснимаю. Может, кто-нибудь свое окно увидит или узнает, или жил когда-то. Ему интересно посмотреть, что стало с квартирой. Или с прелюдией квартиры. Адрес этого дома, 5 микрорайон, дом 52А. Вот ниже 52, а выше 52А. Построен в 98 году. Один стюк, который возит с гипермаркета и в город. Это дом, 5 микрорайон, дом 57. Это правая сторона, левая сторона, дом 58. Шестиподъездный дом. Построен в 93 году. Словаками. Хоть его и называют, что они чешские камышане, но они строили словаки. Чехи строили промышленные объекты. Газокомпрессорную станцию в Антиповке и завод Ротор. Я тоже называю их чешскими, если честно. Просто чешскими, чешские они как бы их легче выговаривать, чем словацкие. Только из-за этого. Так вообще строили словаки. Новая клиника доктора Савелова. Но если копнуть глубже, я больше чем уверен, что фамилия Савелова — это псевдоним. Это клиника, скорее всего, какой-нибудь Зальцман, Хоффман, Дильман, Гильман, там какие там у них еще фамилии есть. А Арунов. Ешонок. Ну, ешонок прикольный. Мне нравится. А это кривой дом Базарова 160. Построен в 86 году. Дом с лоджиями. Это был писк моды того времени. Иметь лоджию. Что ты? Мужик что-то по телефону разговаривает. Так, сейчас посмотрим, что у нас в Камышинском драматическом театре будут показывать. В школе монстров. Это для детей. Ханума. Прикольная комедия. Там смысл в чем? Две свахи
ищут богатую невесту, чтобы оплатить там долги свои и родни. Запретный плод, понятно. Запретный плод сладок. Так, Примадонна, с любимым не расставайтесь. Комедия, наверное, да? Машинистки. Жирафа и носорог. Ну, это для детей. Красная шапочка. Блин, я даже красную шапочку не назвал бы детской сказкой. Происшествие лесной избушки. Да. Девочка Маша и медведь. Так, Бестлер, джазовые вариации в стиле нуар. Ну, джаз — это моя тема. Кто смотрел фильм «В джазе только девушки», это вообще, я считаю, что это фильм на века и входит, ну, даже не знаю, даже сотню точно, я могу даже рискнуть сказать, что десятку лучших фильмов мира, лучший кинематограф.